фул ДПС. Все, вливайте, вливайте. Кончается. Вторые крылья, темп, Рина. Кирит и Еленка следующий. Не паникуйте. А, стоп, вот после этого, сразу. Сбил. А, Барс, Чарли. Убейте маленьких. Поставил. Мобы. Следим мобов. Все дальше в мобов. Л и ОО. Ставьте. Антифир не забывайте. На Якудзе, накиньте на Джекса. Не паникуйте. Следующие крылья спазмы и Руслан. Поставил, ну хуёво. Отзывчивый голод. Льём, льём. Темп 30 секунд. Валиточка, Логрус. Антифир не забываем. Феерия в дудж. Нормально стоит. А после этого Камомайл и Винлайт сразу. У меня откатились. Это нормально, это следующая шкура. Антифир не забываем. Не Кронос, а Кумура после вот этой штуки. Сейчас он притянет. Не торопитесь. Сейчас он притянет. Либо он поднимется, либо притянет. Да, поднялся. Темп, Рина. Кирита, Ленка. Изи. Да вы гоните что ли? С первой попытки? Уходим. Фух. Ну, ребята, вы молодцы. Вы просто молодцы. Чё за что упало? Серега Канонира. У кого кольцо юзайте этот, моба? Ну, Татик-то может. Ну, все, ребята, у нас очередной босс на фарм встает. На него, правда, нужны вот эти подводные бутылки, но они копеешь. Так, блин. Эти боссы вы должны утонуть 100%. Серьга и перчатки. С серьгой и перчатками мы праздник ДКП скоро напишем на сайте, пока сходу я не назову. Люди повышаются, не просто. Надо подумать. Это собрать, потом уже его выставлять. А, точно, давайте сетами будем раздавать. Собираем сеты и раздаем через ДКП. А и чё, куда? Ну, для начала давайте всплывем. На разлом ходить. Сейчас будет минут. Давайте 5. На кубы сначала сплаваем. Ну давай, может, Марли живой. Так, кто умер, того ресните, кто сам стал, тот уже на кубе. Да. Сарагон умер, вроде задохнулся. А! Ну а ты говори. Ну слушай, я думал, он сложный.